Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush Frontiers. Так, ну и давайте теперь второй уровень пройдем на Iron. Вот, не знаю, получится или нет, но пока получается, я думаю, есть резон проходить. Кем тут надо проходить? Ну, тут маги и эти, да? Маги и эти. Ну, значит, в самых выгодных позициях, я думаю, мы будем ставить мага. Магов в самых выгодных позициях. То есть это вот здесь. Да. Ну и, наверное, вот тут. А вот в таких... Ну, хотя тут тоже можно мага. А вот здесь. Ну, а тут я на самом деле хз. Ну, ладно, допустим, вот так. Вот, тут мы, наверное, сделаем вот здесь мага. А вот здесь вот эту штуку. Тут я, пожалуй, тоже вот тут мага, а вот тут вот вот этого. И вот тут, наверное, вот тут надо будет. Ну или ладно, пока. Ну ладно, давайте вот здесь вот этого поставим, чувака. А вот тут вот мага все-таки поставим. Ну, более-менее, в принципе, понятно. Давайте пошла волна. Я не знаю, инфорс пока не сюда. Не, ну волки, я думаю, не пройдут. Волки, наверное, не пройдут. Вот. Так, нам надо соточку на мага собрать. У нас есть инфорснеры, у нас есть все. Я думаю, волки не пробегут. Так. Кстати, появилась соточка на вот этого мага. Ну и все, теперь надо, наверное, в первую очередь все-таки магов грейдить. Я так думаю. Вот, в первую очередь грейдить магов. Не, ну, кстати, вот эти толстые пробили нормально. А грейд мага 160 стоит, да? Блин, да ёпти-бопти. Прям хоть этот на них кастуй. Так, ну тут казармы... Не, вот эти вот не пройдут, я думаю. Они слабее вот этих вот Абдулов, Абдулрахмановых. Не, ну если что, можно будет кастануть этот. Так, давайте, наверное, апгрейд магам дадим. Ля, он вообще не изменился. Я вообще поставил апгрейд? Поставил. Вот вы видите разницу между этой башней и этой башней? Я абсолютно не вижу, ребят. Ну, то есть я понимаю, что она там есть по характеристикам. То есть это бьет 23-43, а это 9-17. То есть, ну, понятно. Вот, но, блин. Чё-то как-то это странноватенько. Так, ну ладно, давайте вот так, потом вот эту. Reinforce! Не, ну нормально, стоим хорошо. Дайте еще вот эту вышку. Нормалек, волков тормозим нормально. Так, теперь вот эту надо. Все, здесь сектор полностью заапгрейжен, или это все уже последняя волна? А, все что ли? Очень я, наверное. Могли бы и посложнее сделать. Так, отлично, прошли. Ну, давайте тогда третий уровень. Уровень 3, Safe Oasis. To battle. Так. Погнали, to battle. To battle. Блин, надо было просто в апгрейды еще зайти. Ну, ладно. Левел 3 выше available. Ну, хорошо. Что-то магии опять как были, так и есть. Так, значит, у нас идут с двух этих. С двух сторон, да? Попробую сейчас поиграть не магами, а бомбардами. То есть вот тут в центре, например, две бомбарды. Также здесь герой. Бизон, что делать будешь?
Ой, он что-то укакался. О, мне дали ачивку за бизона, слушайте. За этого дадут. Ля, тут снайперы сидят. А они на чьей стороне? Так, я вот думаю, наверное, надо бы этот... Надо бы как-то поставить... Во, вот так нормально они выбежали, кстати. Вот теперь я спокоен, что никто не это... Так, ну нормалек, нормалек. Волки. Ну, волки это ерунда. Ля, там снайперы, но они вроде по вражинам фигачат. Так, 220 стоит апгрейд, да? Да, 220 стоит апгрейд. Не, ну, кстати, вот здесь можно лучника поставить. В принципе, я думаю, ничего такого, то, что тут стоит лукарь, не будет. Так, здесь 10 волн. Это, кстати, всего-навсего вторая. Давайте ее запустим, чтобы бонусное золото получить, потому что волки, они... особо нет. Я думаю, сюда можно еще, кстати, этих чувачков поставить. Только им надо поставить флаг вот сюда, чтобы они... Вот, а этим надо как бы тоже сюда поставить, чтобы поближе к этому, к кабуму было. Так, 220 стоит, да, за грейд? И вот этим флаги куда-нибудь. Нормально, в принципе. И вот этим флажок сюда, чтобы они как бы все расконтроливали. Стой, волчара. Так, тут, наверное, тогда и вот здесь надо ставить этот 70. И, соответственно, флажок сюда. Все, нормально. Так, сейчас 220 будет. Давайте следующую волну просить тогда. New enemy. Во, загрейдили. Ну, тут хотя бы какое-то различие есть. Бомбочка. А, это более крутые варги, да? Ну, мы сейчас поставим. Не, ну варги, конечно, отъезжают от нашей бомбарды вообще. Как будто и их тут и нет. Вообще легко и непринужденно отъезжаем. Да, через бомбарды нормально, удобно здесь играть. А сколько третий? 320 стоит. Так, ну давайте этот апгрейд возьмем. Ой, в смысле, не апгрейд, а... Короче, вы поняли. Сейчас тут еще 220 сделаем. А сколько у него урон? 20-40, 20-40. А если я новую устрою, сколько урон? 8-15. А, ну слушайте. Нормальный такой апгрейд, на самом деле. Так, сейчас 302. А что я тут призываю подкрепку? Нормалек. Я думаю, можно на самом деле здесь тоже поставить ее подкрепку и как бы сюда отправить их. И нормалек будет. Так, стоямба, варги. Да я понял, что тут new enemy. Ну, может, надо... А, тип медиум. Да ты тупая! Ты, вы видели, как он пробежал? Он просто по краю пробежал, и все. Ну как? Блин, это уже не 3 звезды. Или, по-моему, один еще 3 звезды. Я вот не помню, но это просто так обидно. Это вот такое, знаете себе, дело. Когда вот так пробегают. Обидное. Он просто по краюшку рванул. Ну зачем? Кому это надо было? Никому ж это не надо было.
О, там чисто эти подрываются. Они потому бьют. Вот чем хороши вот эти вышки. Тем, что когда они бьют по... Ну так, давайте 320. Сколько ж у нее дамага? 30-60, 20-40. Ну да, разница существенная, скажем так. Ну вот. Да, обидно было. Но я надеюсь, за этот, за один такой фейловый пропуск дают все-таки 3 звезды. Потому что если дают меньше, то это все. Это пиши игру, ляжу и опилку. То я думаю, мы справимся без какой-либо помощи, тем более вон чуваки. Ля, из них еще какая-то мумия выпадает. Так, 7-я волна из 10 пошла. Нормалечек. Текс, нормалечек. Блин, ну герой, ну ты, конечно, вообще, ну вот как вот? Как вот они вот тут пробежали, эти волки, точнее волк тот. Ты еще, блин, не телепортнулась, вообще его не остановила в ближнем бою. Так обидно было. Ого, там сколько этих-то идет. Так, ну я думаю, тут надо кастовать этот наш на 7-м уровне, потому что там что-то их сильно дофига. Это опасно. Так, кстати, стопы. Давайте вот так сделаем. Я, наверное, думаю, можно вот эти вот... А, все. 110 загрейдим. Нормально. А чем они отличаются? 110 жизней, а у этих 55. А, ну они и 3-4, 1-3. Они в два раза как бы сильнее становятся. Так, что там волна, блин? Не запустил этот. Вот опять волки. Я сейчас тут сразу поставлю заранее инфорс. Winforce. Хотя, конечно, волки. Какие волки? Сейчас волки не пройдут. Это понятно. Вот, так, 110, 110. Тут бойцы у нас нормальные. Так, 160 следующий грейд надо делать. Шо ж. 110. Попробую возле оазиса кликнуть на лягушку. А я не вижу лягушки. То есть вот оазис, да, а где тут лягушка? Так, стоп, подожди, оазис, лягушка. Мне тут он проносит этот. Тут сложили пачку чувачков. Так, но я не буду. А, вон лягушка. А, вот танцует, да. О, ачивка. Блин, а я смотрю, ты хорошо эту игру знаешь. Слушай, ты, видимо, ее проходил. Ха-ха, Андрей Кондратьев. Ты красавчик. Так, и сколько у них? 165 и 610. 1-3. Ну, это нормально. Вот опять. Короче, сюда этих-то до гвардианцев надо поставить. Вот и все. Чтобы тут никто не проходил. То есть, а у этих... Ну, нормально, нормально. Держим. Держим нормально. Кабум, кабум. We enforce. Все, рыцари пошли уже. Круглого билета. Так, чё волну не запускаем-то? 10-я волна последняя.
Так, пошли говнюки. Ну вот, кстати, что хорошо, когда идут такие говнюки, идут вот эти толстые, то что можно этих подзадержать, и волки, ну в смысле, и волки убиваются с проскостовки этого. Чё бздеря, так. Ля, этот, кстати, не слабо продамажил нам. Не слабо продамажил вообще. Вообще все не слабо продамажил. Так, стопе, блин. Стопе, вот не надо тут волкам так пробегать. Вот не надо. То начинается, блин, пробежки волков по бульварам из ништяков. Так. Так, ну вроде бы волки должны заканчиваться. Блин, героиня, ты не видишь, что тут? Так, все, прошли. Но я надеюсь, дадут 3 звезды. Да, 3 звезды, слава богу. Потому что если бы дали бы 2, это пришлось бы переигрывать. Ну, а вы сами понимаете. Переигрывать всегда обидно. О, Hero Unlocked. И какой Hero Unlocked? Вот этот, что ли? А, вот этого я мага могу. То есть, так, а их еще... А, вот эти мне откроют бесплатно, а вот этих я всех могу покупать, да? 75, 75, 150, 150. Вот, чисто за 150. Ну, понимаете, в Айроне и в героике все равно нету, ну, нету, короче, этих героев, поэтому я не буду покупать. Так, давайте по апгрейдам пройдемся. Сколько у нас? 4 очка. Ну, давайте арчерам дадим бонус. Так, buy upgrade. Вот, и вот так вот сделаем. Все, ну, более-менее. Вот, так, дан. Все, арчеры у нас максимальные. Ладненько, ребят, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.